Вы думаете, на факультете дизайна, изящных искусств и медиатехнологий учат только рисовать? Нет. Здесь самые творческие студенты из разных областей. Медиа, дизайн, музыка и даже хореография. На нашем факультете есть уникальная специальность – продюсер радио-телепередач. Нас обучают действительно настоящие специалисты. Мы знаем все этапы производства контента и в будущем можем работать на телевидении, радио, в киноиндустрии и маркетинге. Здесь каждый может стать творцом. В нашей гончарной студии могут заниматься не только студенты, но и все желающие. Современный дизайнер должен уметь программировать? Конечно, если речь идет о 3D-принтерах. Мы разрабатываем компьютерные модели и распечатываем их. На нашем факультете можно получить образование хореографа, а наши преподаватели – заслуженные работники культуры. Для того, чтобы поступить на наш факультет, вам необходимо сдать определенный ЕГЭ. Например, на направлении «Профессиональное обучение по отраслям» и «Профиль дизайн и искусство декорирования» мы поступаем по трем ЕГЭ – русский язык, математика, профильный уровень, обществознание или история. На направлении «Педагогическое образование» и «Профиль изобразительное искусство» мы поступаем по двум ЕГЭ – русский язык и обществознание, и плюс сдаем дополнительное творческое вступительное испытание по рисунку и по живописи. На направлении «Педагогическое образование» и «Профиль музыка» мы поступаем также по двум ЕГЭ – русский язык и обществознание, и плюс сдаем дополнительное творческое испытание по музыке. Следующее направление – дизайн и профили дизайн среды и графический дизайн. Здесь мы с вами поступаем по двум ЕГЭ – русский язык и литература, и сдаем дополнительное творческое вступительное испытание по рисунку и по живописи. Также у вас есть возможность поступить и на базе профильного СПО на профиль графический дизайн, сдав при этом испытание по русскому языку, литературе и подготовить портфолио творческих работ. Кроме того, на нашем факультете реализуется программа «Профессиональное обучение по отраслям профиль хореография» на базе среднего профессионального образования. Здесь вы сможете поступить на данное направление, сдав вступительные испытания по русскому языку, математике профильный уровень и плюс пройти дополнительное творческое вступительное испытание по хореографии. Помимо этого, на факультете реализуется специальность продюсерства. Чтобы поступить на данное направление, вам необходимо сдать русский язык, литературу и пройти дополнительное творческое испытание по продюсерству. Кроме этого, с этого года на факультете реализуются программы среднего профессионального образования, а именно педагогика дополнительного образования с присвоением квалификации педагога дополнительного образования и дизайн по отраслям, дизайн интерьера с присвоением квалификации дизайнера. Поступаем на данные направления подготовки по аттестату. Дорогие абитуриенты, ждем вас на наше направление. Всем удачи!